Ну, вот так вот, Маргарита Сергеевна. Поскольку наша фирма открывает иностранные представительства... Можно просто Марго? Ну, хорошо. Марго. И поэтому мы ищем секретаря со знанием иностранных языков. Без проблем. У меня большой стаж работы. Вы что, знаете английский? No problem. Я долгое время работал при американском посольстве. Отлично. А французский? Pas de problème. При французском посольстве я тоже работал. Ну, прекрасно. Вы нам подходите. Вот тут распишитесь и сегодня же приступайте к работе. Один вопрос, Марго. Мне любопытно, почему вы с таким опытом работы с дипломатами решили оттуда уйти и наняться в нашу фирму? Почему, почему? Потому что менты стали гонять. Чао, бомбина. Я при итальянском посольстве тоже работала.